В Уральск с победы вернулся юный каратист. Ученик 10 класса гимназии номер 44 достойно выступил на чемпионате мира в Македонии и завоевал две медали – золото и бронзу. О том, как спортсмену удалось одержать победу, далее в сюжете. На железнодорожный вокзал прибывает поезд с сообщением «Алматы-Уральск». На перроне спортсмена ждут его друзья и родные. Встречают победителя со всеми почестями. Плакаты, шары и даже аниматор в образе Кайрата Нуртаса. Обладатель двух медалей Абылай Отеоло рассказывает, соперники были достойными, но тренировки не прошли даром. Это соревнование очень было тяжело, но мы сорвали. Тут более чемпионат мира. Я думаю, что мы усердно трудились и достигли к цели. Всего в чемпионате мира участие принимали спортсмены из 30 стран. Соперниками Абылая были каратисты из Германии и Италии. Очень рады, что наш воспитанник съездил в Македонию, выступил на чемпионате мира, представил нашу страну. Мы им гордимся. Своими достижениями он даст стимул другим воспитанникам и больше будет такой молодежи, которая добивается хороших результатов. Останавливаться на достигнутом чемпион не собирается. Он намерен добиться лучших результатов в спорте. Сейчас ему предстоит готовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут в Париже на следующий год. Олег Великий, Алтынбек Тынышкалиев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.